Алло. Сразу скажу, у меня денег нет. Чё? Денег нет. Чё с деньгами? Кто ты такой? Михаил Павлович. И что тебе нужно? Как с деньгами обстоит вопрос? Который я вложил в капитал прожиточного минимума. Я не знаю. Ну чё там? У меня денег нет. Чё? Денег нет. Папа. Если ты отпустишь мою дочь, на этом все закончится. Я не понимаю, куда... У меня есть много необычных способностей, которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков, как ты. А чё я? Я тебе обещаю. Я тебя найду. Я звоню сейчас из офиса, находящийся по улице Красноармейской, 4. Я убью. Да не надо.